весь сезон ты готовишь себя, готовишь к самому интересному, к плей-оффу. Давай, от каждого из нас зависит результат. Каждый его может сделать. Команда молодая, сил. Давай, выжимаем из себя. Ждать от кого-то. Вытаскиваем из себя все, что есть. Все, что накопили в этом году. Потому что оставлять некуда. Отдохнем денечек, потом дальше. Давай, давай. Заря, конечно, огромная часть нашего коллектива, огромный опыт у него за спиной, и все слова, которые он говорил нам на протяжении серии, на протяжении подготовки к «Авангарду», все были, в принципе, правильные. Давай, народ, давай! Выходя на каждую игру, помним, что побеждает только команда! Давай, давай! Знаете, есть такие игроки, которые своим присутствием даже только в команде. Не обязательно, может быть, он там результат прям делает на площадке один в каждом матче. Да? Ну, бывают хорошие игры, плохие. Но есть такие игроки, как вот и Данис, у него есть такое качество. Они в команде, они сплачивают, они заряжают ребят, они помогают ребятам настроиться, не думать о другом, а сосредоточиться на игре, на результате. Вот. Где бы он ни играл, там он это проявляет, и команды по-другому играют. Понимаю, что, как выражалось, это крайний мой сезон. И хотелось бы, конечно, на другой совершенно ноте закончить его. Но как-то сразу все не заладилось. The first game was tough for us because we had lots of good scoring chances and we just weren't able to score enough, obviously. But we still believed that we were the better team the whole time and we outplayed them a lot of the time, but just didn't get the luck and the bounces that we needed. Давай, моменты реализовываем. Давай друг друга поддерживаем, самое главное. И шайбу, парни, не стесняемся, ловим все, что можно, все, что нельзя, надо ловить. Чем меньше до ворот дойдет шайба, тем меньше угроза. Давай, давай, нам надо чуть поумнее играть. Давай, давай, все вместе. Сегодня кровь из носа, победа нужна. По центральному, чтобы поворотика такого не было, пацаны, еще раз говорю, понятно, да? Опять же, говорю, пацаны, опять такая же ситуация. Держать клюшки, ребят, клюшка в шайбе. Ну, понятно. Come on, boys, come on, let's go! Let's go! I got injured, I was probably going to be out for quite some time. So I just had to cheer for the team and hope that we could keep winning games so that eventually I could come back and play again.
объяснишь, да, но, к сожалению, проигрываем там, опять же, из-за своих ошибок, да, не из-за того, что, так скажем, они сильнее, да, а из-за того, что мы допускаем больше ошибок, чем они. Вот. Ну, если пол команды не хочет играть, тут играть, то ребят, мне кто еще говорит, тут это характер, пацаны, это характер. Ребят, готовимся, просто не будет, но, наверное, чуть поменяем свою игру. Все, пацаны, готовимся. Честно сказать, чувства самые, наверное, которые никому не пожелать бы. Наверное, такие чувства испытывает каждый человек, когда стараясь что-то сделать хорошее, он проваливает этот план. И вот то же самое сейчас и происходит во мне. Давай, каждый из себя вытаскивай, не думаем о завтра, не думаем о следующей игре. Сегодня надо сделать шаг, а там уже берёмся. Давай, верю в вас, каждого. Пацаны, мы готовы, поехали. Мы готовы, давай. Come on, boys. Everybody. Третья уже более определяющая была. В том году мы почти выкарабкались, в этом с трех уже намного тяжелее было. Неплохо! Ну, ёп, никак она найдет, не найдет. Вот это вот, ребят, еще раз говорю, не выдохнем. Ёп, здесь перевернем, на самом деле. Не та команда, которая встанет, ничего нельзя сделать. Давай, поувереннее. Готовимся. Да, конечно, не было такой мысли о том, что все, серия потеряна. Мы, в принципе, играли, бились до конца. Каждый старался, каждый работал до последней минуты. Каждый верил в победу и... Я не думаю, что кто-то опустил руки, кто-то сдался. Все равно все работали, старались переломить, победить. Как на последний бой? Удачи, парни! Давайте, сегодня надо, блин. Гордон, давай! Виктория! Давай, блин, держитесь, ребята. Кирилл, давай, покажи Кузькину мать. Никто даже не сомневался, что мы вернемся обратно в серию, потому что в том году то же самое было. Мы проиграли первые две игры дома, поехали туда, там выиграли две игры. То есть никто, не знаю, руки не опускал, все знали то, что мы вернемся. Давай, пацаны, строго, все строго, да, строго играем. В обороне попроще, нам. Момент будет, пацаны, давай. Кем? Идет шайба. Муа! Ребят, двигаться, Мир, не думай сюда. Here we go, boys, hey? Starts the night, boys. Boys, let's fucking go, boys. Давай, братки, все вместе! Давай,
снова Цыгларика и гол! Куда ее? Красным не дают сопернику времени разобраться, а когда дают, это заканчивается взятием ворот Панюков. В этой встрече едва ли не первый момент. Два в одного. Тарасов кладет перед собой защитника и на партнера. Кемпер, поддержавший эту атаку, аккуратно переправляет шайбу в ворота. Дима asked if I could play forward, and I told him I have before. And then the next shift, I was playing forward. So, you know, I was kind of going back and forth there at the end of the third period in game five, and then when overtime started, I just played forward. I tell you what you're gonna play forward by the deep. It's not that much different. It's not, you know, from how I play. It's just, you know, you're thinking of things a little bit differently coming into the. In the defensive zone. I wasn't trying to change anything that I was doing. Бросок Цыгларика, Белялов ловит шайбу, ну а Петрову там по-прежнему нехорошо. Да, накаляются страсти под занавес второго периода. Петров не может подняться. He was screaming at Petrov, and when he was screaming at Petrov, I told him to stop yelling at our player, and I went over there and we were talking, and he said, you know, you're not that tough. I have guys that are going to be coming after you. And I just kind of smiled and just skated away. And then I told that to the media after the game. And then Bob calls me a liar to the media when we have video proof of what he actually said. So, you know, listen, I think it's a gutless play by him. I don't care if it's tactics or whatever. But saying that you have guys coming after somebody, I think that's completely gutless. Кстати, упал, и Телегин с Брюквином вывезли шайбу из-под него. И вот чем это заканчивается. Кирилл Семенов, начинавший сезон за океаном, сравнивает счет на 3:27 до окончания третьего периода. Давай, Готовится под него соперник. Кенкин смещается в центр, находит передачу. Кагарлицкий пулю посылает на плечом Шимона, грубится в ворота и заканчивает этот овертайм в пользу своей команды. Let's go. С победой. Пойдем в историю, вернем. Выиграем. Еще три игры, все. Пацаны, молодчики, просто красавцы. Ребят, ну, вы знаете, я просто еще раз говорю. Историю расскажу из своей жизни, да? Историю расскажу из своей жизни. 3-0 вел, играл, ну, в другой команде тренировал. Четвертую игру играли и проиграли в овертайме так. И потом проебали серию. 4. Ребят, надеюсь, что это все перевернулось и пойдет в обратку. Просто еще раз говорю, те мелкие вещи делаем. И уверен в это. Просто уверен в нашей команде. Спасибо вам большое. Пацаны, я думаю, что мы все прекрасно видим, как мы сыграли последние две игры вот эти. Как мы умеем играть, как мы должны играть. Сегодня хорошая победа, мужики. Давайте, красавцы, продолжаем. Guess it first. Yes. Мы знали, то есть нам нужно было просто выиграть одну игру. Все прекрасно это понимали, то, что вот одна игра решит многое. Мы ее выиграли, четвертую. Дальше дома выиграли, поменяли все. То есть мы не выиграли дома до этого у «Авангарда». Мы не выиграли в овертайме. Выиграла команда та, которая забит первый гол, опять-таки мы пропустили первыми, и мы выиграли эту игру. То есть все понимали, то, что мы все поменяли и должны были вытащить эту серию.
I think you always believe that there's a chance. We built ourselves a little bit of a hole. Obviously game four, you know, we played well. Kagi scores in overtime for us. And then game five, I thought we outplayed them. Just a couple bad breaks there, and then we beat them in overtime again. You know, I think if it's a completely different series. If we win game six and we come back to Tatnef, I think it's completely, you know, we're looking at it today, and you know they're on their heels at that point. Thank you. Вот он, лошара! Ты забил нас! You bitch, you! We are never going home! Oh! Oh! We are never... Hey, guys! Little bit smile! After tomorrow, we need to again! Давай, что у нас есть! Вот именно, блядь! Сегодня был очень важный матч! Давай, let's go, motherfucker! Ну что, мне бросили просто в шлем, она отлетела, да, у них защитник ошибся. Вот, и мы забили этот гол, да, поехали в Балашиху. Мы на эмоциях, две игры подряд выигрываем, уже можно говорить о каком-то камбэке в серии, но где-то, наверное, чуть не хватило эмоций и вот этой заряженности на шестую именно игру. На всех остальных я такого не могу сказать, потому что все хорошо играли, все бились, и лавка была живая. Но вот чуть-чуть, наверное, в шестой не хватило. Мы готовы, ребят, готовы. Поехали, поехали, поехали. Заряд капитан. Но он всегда ведет, то есть даже если он мало времени проводит на льду, он всегда ведет команду вперед на скамейке, он очень много разговаривает, то есть это всегда чувствуется, когда его нет. Поэтому, может, где-то, да, его не хватило в раздевалке, где надо было чуть пихануть нам, где надо было, наоборот, что-то сказать, но тренерское решение было там. Он же и когда, например, не играет, он же тоже заходит в раздевалку, говорит что-то, да, и там травмированные ребята. Я же говорю, что шестая игра, да, ну, мы вышли не такими, какими должны были быть в этой игре. Мне, конечно, приятно, что как бы ребята там осознают это и выражают, что там не хватало мне где-то, но это не от них и не от меня зависит, как бы все это тренерский штаб решает, как бы там кто будет одеваться на игру, и мы не вправе там какие-то свое мнение там и свои там мысли высказывать, им спорить что-то, но ну что решили так, значит так должно быть. Come on! Love can't take on me.
in a day or two. Провалились, так скажем, по-жесткому, да, и подвели сами себя, болельщиков, руководство, в принципе, всю республику. Можно так это характеризовать. Вот ничего хорошего, конечно же, в этом нет. Конечно, там виноват тренерский штаб. Здравствуйте. Здравствуйте. Виноват и не меньше игроки. И это единый результат. Если проигрываем, проигрываем все вместе. Выигрываем. Выигрываем все вместе. Да, конечно, очень неприятно так быстро заканчивать сезон, так рано. Еще снег лежит на улице, мы уже в хоккей закончили играть. Ну, такова жизнь, так, наверное, должно было быть, потому что, чтобы мы сделали свою работу над ошибками, каждый покопался в себе и стали лучше. И в следующем сезоне, дай бог, так рано уже не закончим и будем идти далеко, долго. В принципе, как всегда и рассчитываем. Пока не могу понять, не могу осознать, как быть дальше, как это пережить. Ну, понятно, переживать это придется. Придется сделать какие-то правильные выводы. Ну и перестраивать всю свою жизнь и думать о дальнейшем. I mean, it's tough. Obviously, you know, you want to win. You know, I thought we were the better team for majority of the series. We just, you know, bounces didn't go our way. And unfortunately, you know, we're sitting here talking at the beginning of March and the season's over. And we just got to take some time, reflect on your season and you know, be ready for next year. Это хоккей. Шанс всегда есть в любом спорте победить, но побеждает сильнейший. Не смогли, не смогли, не смогли ничего сделать. Для того, чтобы это, надо было перевернуть эту серию, надо было, не знаю, с каким прям преимуществом каждую игру выигрывать. Готовили все по-честному. Как выходили, били. Кто, кто мог? Давай. Ну, сегодня такой результат. Ладно, будем работать, кто останется здесь, кто не останется. Кто закончит, кто еще что-то со стороны будет поддерживать. Давай, уважай друг друга и уважайте друг друга карьеры. Спасибо всем. Чуйка мне подсказывает, что нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, не закончит. Он не может так закончить. Совсем не хотел бы, чтобы он заканчивал. Хотелось бы еще насладиться его волшебством, его передачами, его видением игры, потому что неплохое сочетание нашли тренера в конце сезона нашего, я, Лука и Заря. В принципе, получалось давать результат. Он хочет, мне кажется, еще что-то доказать для себя, для людей, для болельщиков, я думаю. Он хочет еще доказать, что он еще может. Думаю, Данис тоже себя найдет дальше и будет жить, что-то делать во благо там, своей семьи, хоккея или это не хоккей. Он сейчас уже делает. Посмотрите, сколько голов забито клюшками, которые производит завод «Заряд». Рекламу дал. Потом проставку с него выброшу. Честно, вот честно, честно. Сам бы хотел знать, что меня ждет, как бы, что, какие предложения будут. Но не факт, что там какое-то вообще будет предложение там после хоккейной жизни, так скажем. Может быть, и поступит еще предложение от руководства какое-то интересное на льду. Посмотрим, будем рассматривать, будем разговаривать. И в нашей жизни же все меняется. Хочется извиниться, да, за то, что мы, так скажем, вылетели так рано, да, не продлили вам праздник хоккея, тем более вы по нему соскучились, да, там почти полтора месяца не было хоккея в Татарстане.
можно сказать, 100%, что мы сделаем выводы и попробуем доказать, что мы сильнее всех в следующем сезоне. Да. И огромное вам спасибо за поддержку. Ну, правда, потому что поддержка была просто колоссальная. В плей-офф вообще полные трибуны, поэтому спасибо вам огромное. Ну, нет слов просто, как отблагодарить их. Они все наши, то есть они нас ведут вперед, так как они болеют, так как они болели в плей-офф, то есть не было слышно болельщиков «Авангарда». Как будто мы играли дома на выезде. То есть, ну, огромное благодарение. Ну, я скажу, как всегда, одно только, но слова благодарности. Хочу поблагодарить, что все болельщики, все, кто смотрел, переживал, приходил, ездил на игры, то есть спасибо, конечно, спасибо большое, но я никогда не сомневался в вашей вере в нас, в вашей поддержке, то есть извините, но в этом году так. Мы хотели сделать то, что было несколько лет назад, и хотели принести радость всем, не только себе, но и всем болельщикам, и всему Татарстану, всей Казани.